Всем привет, с вами JBH007, и это у нас очередное видео летсплей с техник-модами. На этот раз я записываю на другую программу, точнее пытаюсь на нее записать по-нормальному. Ну, тут я включал биогазовый, сразу несколько вещей поддерживает, так тоже можно. Но тут просто дело в том, что этому аппарату без разницы с какой стороны что подключать. Но это можете прочитать вообще в описании, если вам... Ну, точнее, не в моем описании под видео, а в описании на официальном сайте. С этих чего биомасса. Ну, биомасса просто излишне иногда скапливается. Вот приходит все-таки метод, кстати. Хочу с вами спорить. А, да, все в порядке. Ну, сейчас вся биомасса вот сюда пойдет. Вот только там то справляется, то не справляется. Поэтому я так и до сих пор не понял. Это не очень хорошо. Ну, то есть, просто брал вот там 25 минут там оставлял, остальное выкидывал. Это не очень, не очень, не очень, вообще нехорошо. Ну, тут у меня сундук. А я, наверное, это видео не буду... Там... А, ну, тут, да. Тут у меня. Ну, там у меня, в общем, просто 2 стека в запасе, и еще чуть-чуть осталось. Не переработанного, поэтому у меня там 135. А, так, это у нас получается 7 штук осталось. Ну, в плане... Ну, тут алмазная труба стоит, все просто. У меня, поскольку этих трутней уже огромное количество, пускай идут вон в лаву просто. Мне их некуда уже девать. Ну, центрифуга у меня от 5 редстоун двигателей работает. Это приятно. Хотя есть все равно. Ну, сейчас я вообще на полный экран записываю. Поэтому это уж лучше, чем с той программой на пол экрана и с лагами. Уж лучше на весь экран. Нормальной программы и с легкими лагами. Причем основной каркас этой установки это идет вот ну, я просто не помню, как мне на одном из старых миров это было устроено. То есть это второй мир, где применяется такая установка. Ну вот я точно знаю, что с прошлой версии подобное. Значит, ну вот сам прибор, в который все подается, ставится здесь. Поскольку большая часть, точнее все продукты продаются сверху, то есть здесь это вообще, ну плюс также тут сундук идет труба подачи, тут обсидиан труба. Отличается только от питания трубы, то есть один движок всегда, конечно, по-моему, здесь находился, а второй он сюда кочевал у меня, вроде бы. Ну а тут у меня высоко, поэтому я сделал вот так, чего хорошего. Ну просто будут дикие лаги, скорее всего, так, ну, предположительно. Ну, тут тоже, тут больше косметические изменения все, за исключением пчел, потому что я так до сих пор не разобрался, как их правильно разводить. Я знаю, как разводить, а вот как правильно, чтобы, ну, получить чуб 4-го левела. Вот это было бы круто. Забыл с роут сходить. Как не круто. Кстати, что-то тоже как аппетит выглядит. Ну, я сейчас играю без текстур пака, потому что мне очень не понравился этот баг с биосми. Автоматические установки ставят для переключения, это очень удобно. Угу. Так. Как интересно. Кактусовую ферму, и плюс с нее больше можно собрать. Потому что, ну, сейчас мне понадобится 4. Кактус, она дорогая, но учитывая, что у меня огромное количество просто уже ресурсов, очень сильно охота поиграть на сервере. А без этого мод мне неинтересно играть. Ну, потому что, вот, мне стоит только заказать, у меня все сделается, как мне нужно. Ну, это, конечно, няйс, но с текстурпаком это посмотрелось офигительно. Ну, нам нужен дровосек, он дорогой, гад такой. Да, вообще, получилось. Я в шоке. Ну и сборщик кактусов. Ну, 21, то есть мне еще где-то 24 заказать, ладно. Ну, то вы, наверное, знаете про то, что... Ну, если что-то делать из редстоуна прям по много, то... нужно где-то... своих знакомых, потому что, и причем даже не совсем как с исключением, у меня есть просто одна гениальная идея сыграть не в классической версии, а в, точнее,
сыграть, скажем так, не очень уж мне нравится текстура булыжника из тех версий. Прям, да, просто не описать, просто она офигительная. Ну, может, кому-то она, конечно, не нравится, но я просто от нее в восторге. Так, кстати. Ой, меня всяк. Ага. Чем мне говорил? Косяк. Не проблема, исправим. И вот и все. Косяк исправлен. И теперь, соответственно. Насколько я помню, можно забирать со всех сторон, но мы это сейчас и проверим. Точнее. Мне сейчас нужно еще будет кактусы насадить. Идем под золотым. Ну, я их, естественно, использую просто, потому что они лучше. Возможно, кстати, их даже не резонно использовать, но что поделать, я их уже использую, так что тут. О, да. Все равно подлагивает, но что поделать. На полный экран HD. Так. О, сейчас будет самая сложная часть. Потому что. Я всегда больше всего. Давай 3. И. А если вот так? Ага. Понятно. Нехорошо. Лайки всем.